Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим классную партию двух международных гроссмейстеров Романа Щукина и Евгения Кондраченко. Ну и на примере этой партии ознакомимся с окружением центра соперника. Белыми играл Роман, черными Евгений. Соперникам выпал следующий дебют. Gf4, fe5, hg3. Обязательная жеребьевка. Ну и в партии Евгений предпочел свести все к дебюту игра Каулена. Сыграл ed4. Белые могут бить и на c5, но Роман предпочел сразу же побить на e5. Черные играют hg5. Ну, после размена 2 на 2 возникает примерно равная позиция. Белые играют ab4. И в этой позиции правильно играть cd6. А вот ход или gf6. А вот ход b5 уже неожиданно проигрывает за черных. Известная позиция, известная дебютная ловушка. Все-таки покажу ее начинающим шашистам и любителям. После хода bc5 выясняется, что позиция черных проигранная. Например, gf6, ed4 и черные играют cb6. Обратите внимание, что cd6 нападать бесполезно. Видите, у черных 3 нападения на шашку c5, а у белых 3 защиты. Поэтому это ничего не дает. Допустим, черные играют cb6, тогда белые играют de3. Ну и на ход bc7 играем cd2. Ну, допустим, черные нападают разок cd6, бой, и затем играют dc7. Тогда играем ab2, ну и черные играют hg7, единственный выжидательный ход. Тогда белые играют ef4, ну и после нападения fg5 скромно закрываются fe3, и на ход gh4 играют ef2. Все, черным некуда ходить. То есть на ход gf6 уже нападаем fe5, с выигрышем шашки, а на ход cd6 закрываемся ba3. Ну и черным приходится играть gf6, лучшего уже нет. Тогда мы нападаем fe5 и выигрываем партию. То есть вся беда черных была в том, что они не могли разменять шашку белых c5. Также в этой позиции, допустим, после хода gf6 и хода ed4, здесь три хода уже за черных проигрывают. То есть b5 также проигрывает из-за хода bc5. И все сводится к тем же вариантам, которые мы только что рассмотрели. После хода cd6 белые проводят несложную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют fg3, отдают одну шашку. Затем de5, вторую шашку. И затем de3. Ну и как бы черные не били, белые остаются с лишней шашкой. Допустим, побили. То есть мы отдали 3 шашки, забрали 4. Ну и белые постепенно за счет лишней шашки побеждают. Также проигрывает ход ed6 из-за такой же комбинации. То есть отдаем одну шашку fg3, затем dc5, вторую шашку и затем de3. Ну и как бы черные не били, все равно белые остаются с лишней шашкой. Ну, например, побили на f2, бьем 4 шашки. Ну и в ответ на нападение строимся таким образом. Играем cd2 и ef2. То есть видите, шашка d4 черных находится под ударом. Грозит нападение либо de3, либо dc3. Ну и белые постепенно побеждают. Сильнейшее сопротивление тут сыграть bc7. Ну и в ответ на нападение dc3 пожертвовать шашку и сыграть cd6. У черных есть небольшая компенсация, но белые здесь выигрывают после точного хода ba3. Здесь уже убедитесь сами, белые побеждают во всех вариантах. Черные не могут достичь ничьей. Также в этой позиции плохо меняться bc5, потому что белые бьют на поле d6. Ну, после, допустим, такого размена, видите, у черных застревает шашка h8. То есть здесь у белых очень большое преимущество. Правильно в этой позиции играть, конечно же, fg5. Единственный ход. Черные жертвуют шашку, затем играют bc5 и затем бьют 2 шашки. Ну и здесь возникает примерно равная позиция, но белым надо играть аккуратно. Рано или поздно им в какой-то момент придется играть шашка f2, вести ее на поле h4. А вот остальные варианты за белых проигранные. То есть тут надо играть аккуратно. Ну, после хода ab4 черные могут сыграть вместо gf6 cd6. Именно так и было в партии. Ну и обычно здесь играют либо b3, либо b5.
Роман сыграл b5, и здесь обычно партии заканчивались следующим образом. То есть черный играет d5 и бьют на поле d6. Это рекомендация еще чемпиона СССР Василия Сокола. Допустим, bc3. Черные жертвуют шашку ef4 и пытаются ее отыграть gf6. Допустим, ab2 бой, de3. Черные играют hg7, развивают свой сильный левый фланг. Ну и в ответ на ход ef4 играют gf6. Белые здесь могут провести комбинацию, сыграть fe5. Ну видите, нельзя бить на поле f4 из-за fg3, и белые попадут на придамочное поле, поэтому черным приходится бить на d4. Ну, после всех разменов возникает примерно равная позиция. Допустим, bc3, bc5, и партия рано или поздно закончится ничьей. Ну, в партии Евгений предпочел обострить игру и сыграл bc5. Интересное продолжение. И Роман играет bc3, развивает свой сильный левый фланг. Черные играют cb4. Ну и здесь заманчиво было, конечно, разменяться ab6, но все-таки здесь выигрыша у белых нет. Позиция поприятнее, но не более того. Черные играют d5, ну и на ход b5 играют gf6. И после хода bc3 меняются. ef4, лучшее продолжение. Белые играют d3 и грозят напасть cd4. Позиция черных здесь уже довольно-таки подозрительная, но все-таки план уравнения есть. Например, bc7. Ну и как бы белые не играли, либо cd4, либо cb2, все равно черные меняются cb6. Рассмотрим примерный план игры. Допустим, cb2, cb6, b3, ed6, cd4, hg7, ed2. Черные меняются назад, b5. Ну и после хода dc3 играют cb6. И все сводится к следующей позиции. cd4, dc5, d5, b5. Ef4, черные играют Ab4, и белым надо меняться Ed6. Далее Gf6, нельзя играть Cb6 из-за удара Fe5, и черные останутся с лишней шашкой. Поэтому белым приходится играть Fe3, лучшего не видно. Тогда черные нападают, и белые жертвуют шашку и успевают пробежать в дамки. Но черные меняются Ef4, ну и в ответ на постановку дамки играют Hg3. Бесполезно играть b7, потому что мы сыграем e6, ну еще поставим небольшую ловушку, видите, на ход дамкой на d4, напрашивающийся ход, играем fg5, и черные здесь еще побеждают даже после такого удара. Ну если же белые в этой позиции играют дамкой на e5, ну, скромно жертвуем шашку и нападаем сзади. Допустим, белые закрываются, ну и можно разменяться. И партия заканчивается ничьей. Поэтому в партии Роман предпочел не меняться, тоже предпочел немножко обострить игру, сыграл cd4. Черные отходят, b3, и белые развивают свой сильный левый фланг, ab2, и заодно хотят, чтобы черные определились. И в партии Евгений делает очень интересный ход, dc7. Сдвигая царскую шашку, как я ее называю. То есть некоторые шашисты называют ее золотая шашка. Но все-таки, друзья, давайте будем объективными. Шашки, как и шахматы, все-таки это миниатюрное сражение. В сражениях не бывает золота. В сражениях бывает военачальник или царь. Вот поэтому это царская шашка. Она самая главная. Почему? То есть видите, шашка Е1 у белых и шашка Д8. Очень важные. Потому что они могут пройти и на правый, и на левый фланг. Это очень важно. Ну и кроме того, они не дают сопернику пройти в дамки. И благодаря вот этой шашке Е1 и Д8 у белых и у черных есть размены. То есть я ее называю царская шашка. И Евгений как раз сдвигает эту царскую шашку. И заставляет своего соперника Романа Щукина ошибиться. Роман делает шаблонный ход bc3. Этот ход уже плох. Черные красиво окружают центр белых. Евгений играет ab6 и не дает центру белых развернуться. Далее в партии было ef4, лучшего не видно. И черные сыграли gf6. Белые играют de3. Ну и в ответ на ход hg7
Черные также выжидают. Роман здесь допустил последнюю ошибку, которая стоила ему партии. Он сыграл ЕД2. Этот ход уже проигрывает. Черные окружают, играют FG5. Ну и после хода DE5 они играют GH4. И белым некуда ходить. То есть центр очень быстро провисает и становится слабым. В партии было CD4, DC5. У белых пошли единственные ходы DC3. Евгений напал. CB4. И Роману пришлось закрываться. И Евгений делает последний выжидательный ход B7. И заставляет белых жертвовать шашки. Роман еще сопротивляется. Сыграл FG3 и FG5. То есть грозит сыграть EF6, но Евгений четко доводит партию до победы. CD6. Приходится бить на поле C7 шашкой А5. Тогда Евгений побил назад. Ну, после того, как белые бьют, черные проводят вот такой удар. И белым остается только сдаться, что и было в партии. Блестящая победа международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. Какие еще варианты были возможны в партии? То есть в этой позиции белые могли оказать более сильное сопротивление, сыграть CB4, пожертвовать шашку и затем сыграть CB2. И черным здесь для выигрыша надо играть довольно-таки точно. Допустим, GF6. Белые жертвуют еще одну шашку FE5 и нападают уже сразу же на 2. Ну и тут есть два выигрыша. Можно сыграть и ED6, но мне кажется, проще сыграть B7 и провести удар GF4. Белым приходится ставить шашку на H8 и черные играют BC5. Ну и тут у белых есть три варианта. Сыграть на поле A1, сыграть на поле E5 и сыграть на поле F6. Давайте рассмотрим их все. Если белые играют на поле A1, тогда черные жертвуют шашку CB4 и нападают AB2. Приходится отходить. Тогда черные занимают большую дорогу. Ну и после хода B5 черные здесь красиво выигрывают. Они играют CD6. Белые меняются FG5. И затем неожиданно играют DC5. То есть идея в чем? Видите, когда белые играют FE5, мы бьем на поле B2 и ловим дамку белых. Ну и побеждаем. Вот такой интересный выигрыш. Если белые в этой позиции играют на поле E5, тогда жертвуем шашку, играем дамкой на C1 и ведем вторую шашку в дамке, CD4. Белым некуда ходить, видите, все ходы проигрывают, поэтому остается играть только GF2. Тогда ставим вторую дамку. Ну и здесь белые еще могут посопротивляться только таким образом. Допустим, сыграть на H2. Затем связать силы белых, черных, сыграв на поле G1. Ну и когда белые, черные отходят на поле A3, сыграть GF6. Ну тогда черные здесь легко побеждают. Допустим, играют на E7. И видите, куда бы белые ни побили, они проигрывают. Дамка ловится. Если же белые играют AB6 и затем GF6. Ну, здесь выигрывает такой план игры. Нападаем с поля C1. Приходится отдавать шашку. Ну, после размена черные проводят все три шашки в дамке и строят треугольник Петрова с выигрышем. Так, и последний ход в этой позиции. Если бы белые сыграли на F6, тогда черных единственный ход CD6. Затем они проводят комбинацию. Играют FG7 и DE5. Ну и быстро выигрывают. То есть видите, белым остается только жертвовать шашку и играть на А5. Черные проводят все три шашки в дамке. Могут даже белым отдать большую дорогу. Затем строятся дамками вот на этих полях. И где бы дамка белых не находилась, она легко ловится. Рассмотрели выигрыш в этой позиции. Ну и все равно, друзья, в этой позиции вместо хода ED2, отмечу его красным, у белых все-таки была сложнейшая ничья. Надо было сыграть FG5 и затем сыграть FE5. В чем идея?
Нельзя играть GF6 из-за несложной комбинации. Отдаем одну шашку, затем вторую и забираем сразу же 3. Ну еще и белые здесь побеждают. Естественно, черные так не пойдут. Допустим, они нападут DC5. Тогда здесь белых выручает ход FE5. Ну и нет напрашивающегося хода HG3 из-за удара EF6. И снова побеждают белые. То есть как бы черные не били, белые все равно оказываются в дамках. Такое неожиданное продолжение. Здесь у черных все-таки есть два хода сильных, BA7 и CD6. Но оба все равно ведут ничьей. После хода CD6 белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белых. Довольно-таки интересный удар. Белые бьют именно шашкой А5. И затем неожиданно играют GF2. Затем FG3. И прорываются на преддамочное поле с ничейной позиции. В ответ на жертву шашки и нападение сзади ставим присоску, так называемую, или контур удар. Играем EF6, и партия заканчивается ничьей. Если же черные в этой позиции играют BA7, сильнейший ход, тогда белые меняются EF6. Ну и снова черные здесь победить не могут. Возникает примерно равная позиция. То есть у черных, видите, очень слабая связка, поэтому примерно равная позиция. Например, Fe7, CD2, ED6, DE3, GF6, EF2. Черные играют DC5 и ставят ловушку. На ход белых CB4 играем AB2 и затем ставим дамку на поле А1. Ну и здесь к ничьей все-таки ведет ход ED4. То есть в ответ на нападение уже ставим дамку. Ну и допустим черные играют на E1. Белые успевают занять большую дорогу. То есть постепенно добиваются ничьей. Но в этой позиции неожиданно проигрывал ход постановка дамки на поле D8. Напрашивающийся ход он проигрывает. Черные играют EF2. Единственный ход. И затем бьют именно на F6. Шашка E3 под ударом, поэтому приходится играть EF4. Снова нападаем FG3. И видите, возникает цванг. То есть, если бы был ход черных, они бы здесь даже проиграли. Но ход белых, поэтому белым приходится сложить оружие. На ход GF2 бьем на поле E1. Ну, после хода BC7 ставим вторую дамку. Затем постепенно отъедаем шашку F4 и побеждаем. Ну а самый сильный план игры после хода DC7 все-таки за белых был такой. То есть видите, черные ослабили важное поле, дамочное D8, поэтому белым надо было сыграть DC3, почувствовать эту позицию. То есть видите, белые поставили угрозу CB4, тогда приходится играть AB6. И белые играют EF4. Ну и в этой позиции уже черным надо быть аккуратными. Здесь надо играть только GF6, а вот ход DC5 уже проигрывает. Белые играют FE5. И в ответ на ход ED6, а лучшего не видно, меняются EF6. Черные играют BC5, но здесь выигрыш белых довольно-таки сложный. Хочу показать вам. Надо играть именно CB4. Единственный ход на выигрыш. И когда черные играют CD4, пожертвовать шашку BC5 и сыграть EF2. И как ни странно, эта позиция за белых выигранная. Допустим, BC5, FE3. Ну и тут есть два хода. BA7 и CB4. Если черные играют BA7, тогда играем BC3. Ну и в ответ на нападение CB4 играем ED4. Бесполезно играть AB6. А если черные играют DE5, тогда белые выигрывают с помощью удара. То есть после размена играем просто CB4 и оказываемся в дамках. Если же в этой позиции черные жертвуют обратно шашку ходом CB4, тогда после хода CB6 белые играют EF4. Ну и тут возможны два продолжения. На ход DC5 нападаем CB4, ну и после хода CD4 проводим размен. То есть белые побеждают за счет рожна на поле F6. Тут
быстрый выигрыш. Если же черные в этой позиции, допустим, играют b5, тогда здесь выигрывает ход cd4. То есть грозим либо сыграть таким образом, либо таким образом. Поэтому черным приходится играть аб4. Ну, здесь нападаем dc5. Ну и после хода bc3, а лучшего не видно, потому что белые грозили после размена пройти в дамки. Бьем на поле e7. Ну и как бы черные не били, допустим, побили на а1, проводим комбинацию. Пропускаем черных дамки и затем ловим эту дамку и выигрываем. Но все-таки у черных в этой позиции еще была ничья. Надо было сыграть gf6 и белым надо меняться d5. Черные играют ef6. Единственный ход. И белые продолжают давление. bc3. Черные играют bc5. Ну и после хода fg3 черные нападают fg5. Тут есть два варианта. После хода fg5 черным надо проводить комбинацию. Допустим, cb6. И ef4. Отдали три шашки и забрали три. Ну и здесь уже белым надо быть аккуратными. Проигрывает ход gf6. Потому что черные успевают поймать дамку белых. Видите, как бы белые не играли, черные успевают разменять белую дамку и побеждают. Поэтому в этой позиции после комбинации правильно сыграть белым ed2. Ну и партия заканчивается ничьей. Например, ed4, de3 размен, bc3. gf6, напали, ну допустим отошли ef4, и черные ставят дамку. Белые играют afg7, черные играют h4, ну и затем баражируют по полям d8, h4, и видите, шашка f4 белых в дамке ее никак не провести, поэтому партия заканчивается ничьей. Также в этой позиции, кроме хода fg5, был возможен ход cd2. Белые пожертвовали шашку и напали сразу же на 2. И здесь черных снова спасает комбинация. Играем cb6, затем cb2 и затем меняемся gf2. То есть грозим поставить дамку и выиграть. Поэтому белым приходится размениваться таким образом. Черные нападают b7. Белые жертвуют шашку и успевают пройти дамки по большой дороге. Поэтому партия заканчивается ничьей. Вот это сильнейший план игры после хода черных dc7. Друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, отвечу на все вопросы. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.